Добрый. Добрый. Всем привет, Мамуня. Это у нас Фил. И мы будем сейчас снимать обзорчик на Кальян Крафт. Знаешь компанию Кальян Крафт? Само собой. Куда они? Нижний? Новосибирск. Ну, это так. Да, Новосибирск. Нижний, Новосибирск, разные вещи. Короче, вот такая коробочка пришла, и, как я понял, это новый кальян от компании Крафт. Ну, насколько новый, непонятно. И мы сейчас попробуем с Филиком быстро, пока он ждет свой кальян, все это бахнуть. Так, у нас такой маленький анбоксинг. Как тебе такая коробка? Нравится, когда упакована так? Да, в принципе, мне всегда пофиг, как он доезжает. Но все равно должен товарный вид. Нет, мне главное, конечно, продукты, чтобы он не пострадал. А вот такая тема, как тебе? Ну, господи, я пока почитаю, вроде читать. Чтобы как бы покупатель понимал, что он, собственно, купил, да? Ну, выглядит так, давайте. Выглядит, ну, бля, хотя бы заламинировано, слушай. Хотя бы, а сколько кальян стоит? А вот хрен его знает, я никогда цену не уточняю. Смотри, тут много чего накидано. Я могу предположить, что наверняка 12. Джинджер Гипси называется, как я понял, у нас модель. Там написано модель? Не меньше, да, Джинджер Гипси. Не меньше 9 он. Ну да, тут сразу у нас в комплекте колба идет. Давайте подержу камеру, чтобы ты снимал. Не-не-не, ты что так, интереснее. Так, все, у нас... ага, тут смотри, тут гарантия есть. А, нет, это как собирается он. Ага, понятненько. Ладно, коробуньку мы скидываем. Вот что там по колбе. Ну, классическая крафтовая колба. Надеюсь, ТНО у нее не отвалится сейчас. Тоненькая? Да. Сделали еще тоньше. Ладно, погнали. Так, что у нас есть? У нас есть чашка, которая идет в комплекте к кальяну. Это тоже очень круто, особенно для тех, кто покупает, и у него ни хрена нет, правильно? Я тебе говорю? Ну, это так, на самом деле, лучше бы сэкономить на этой чашечке. Да, бля, ну это крафтовая. Какой ну, в них прикол? Блядь, ну не ну, знаю. Чашка. Ну, чашка, да. Ее все равно заменят на другую. Домашнему курителю, мне кажется, такое 50-50. 50-50, да? Так, идем дальше, что у нас здесь есть. Я рискну предположить, что там кальян. Да. Воу. Ну, блядь, цыганье. Да, цыганщина. Да, цыганщина. Так, что у нас есть? У нас есть основание из полицеталя. Причем оно очень легкое и, скорее всего, оно будет максимально повреждено. Ну, в дальнейшем, полициталь. А у нас резьбы тоже в полицитале, и это очень хуево. Поэтому, если вы этот кальян один раз собрали, то больше его не разбирайте. Что скажешь? А у кого был полициталь? Это у Soft Smoke Light, да? Да. Основание. Ну, слушай, если вы не собираете его постоянно ну, разбирать, да, разбирать, то собирать, не принципе. Да. А вот это как ты оценишь? Забавно. Легенько. Очень непривычно легкий. Неприлично даже легкий. Просто очень странно, если не знают цену, вот как вообще оценить этот кальян. Если он стоит 7 тысяч, то это круто. Вообще не вопрос. Но если он стоит 15, то вот как-то и полиоцетали такое легкое. Так, помимо. Ладно, идем дальше. У нас здесь есть очень много маленьких деталей. Так, шахта полированная, причем хорошо. А диффузор сразу нарезанный. Так, держи, собирать будешь. Так, клапан, собственно, шарик. Шарик здесь большой, хороший. Мы его сюда в чашечку положим. Клапан. Маленькие детали тоже Филу скинем пока. Это коннектор под шланг, резинки, вот эта штучка, походу, соединяет две вон те штучки. Так, и, собственно, верхняя часть шахты, да? Окей, а где погружная часть шахты? Я. А, все, да, да. А, да, я же ее снимал. Так, ладненько, все это мы упаковываем. Собственно, мундштучок тоже в отдельный. Угу. Он стилизированный. Так, держи, Фил. Кстати, да, ребят, подписывайтесь на канал Фила и Трёхи. У них микс прикольные, дрочки всякие прикольные. Так, и, собственно, идем к нашей главной коробочке. Это у нас здесь идет шланг. Я его просто неправильно открыл. У нас здесь идет шланг и блюдце.
Ну, блюдце с дефектом. Ну, короче, Фил сейчас делает экспертное заключение. Короче, оно не закручивается. А, думаешь, оно должно закручиваться? Да, но это же резьба. А, ну, ринг. Попробуй ринг снять. Думаешь, он не нужен? А, вот про это, ребят, я говорю то, что резьба с полицеталия, когда она контактирует, грубо говоря, с нержой, да, более жестким материалом, она максимально изнашивается. Поэтому, если вы один раз закрутили, то второй раз закручивать не стоит. Есть шило? Как всегда, ребят, мне всегда посылают бракованные кальяны. Что не обзор, то бракованный кальян. Спасибо. Не, с орингом что-то тяжеловато. Не, ну резьба нормальная, то есть не стоит прям так хоронить. Может, ты перепутал что-то? Я надеюсь, что я перепутал. Потому что оно вообще меньше диаметром. То есть диаметр больше. А в основании. А, красота. Слава богу. Да. Давай. Тогда давай, одевай ринг. Так, ладно, мы пока пойдем узнать, что у нас по шлангу. Шланг Soft Touch. Обычный классический шланг. Ничего примечательного нет. А щипцы тоже цыганские. И коллаут к нему тоже из Германии цыганский. Вот мы и получили комплект. Это что? А? Это что? Короче, Паташ Шиша Месси привез. Пацаны говорят, что... что он настолько пиздатый, что на нем все прям идеально курится. А, вон, кстати, вот гарантийный... на дне у нас есть гарантийный талон. В принципе, все мы собрали. Кстати, вот еще допа ринги есть в комплекте. Очень важная такая деталь. Все. Все собрали. Сейчас посмотрим, как Фил быстро собирает кальян. Да нифига не быстро. Я еле разобрался. Нет, стой, братан, ты, походу, неправильно собрал. Смотри, эта штучка, она должна быть как-то посередине, смотри. Нет, а тут тогда не остается места под резьбу, смотри. Все встало, и осталось блюдце накинуть. А для чего она нужна? Братан, ну вот. Не-не, ну-ка подними. Переверни. Так, там была инструкция, да? Да, я вот, я понял. У нас джинджер гипси, да? На, подожди, нужно одеть, она должна быть одеваться куда-то. Ты уверен? Ну да, она не может просто так быть для понта. Покажи схему. Я ее просто надевал, и там как-то не оставалось места. Абана. Нет резьбы. Я думаю, она значит точно не сюда. Бля, ну я тебе положил эту схему. Заглушка на диффузор. А, ёб твою мать, да, это диффузорная заглушка. Господи, кальянчики собрались. Эксперты нас. Собрались кальянчики. Обзоры делают. Я тебе помогу, блядь. Чё-то бы блюдце не разобраться, куда сувать. Классический коннектор крафта, за который можно крутить хорошо. Да, грубо говоря, выглядит он в сборе вот так. Бля, ну желтый цвет парши. Вот честно скажу, он немного паршивенький. Как тебе? Цвет поменять, а так форма прикольная. А-ля Хуп Марс. Около. Около того, да. Ладненько, давайте мы сейчас забьем его, раскурим. Посмотрим, как он курится, какая у него тяга. И повнимательнее посмотрим, что у него есть по дефектам. А, тут есть маленький косячок, который я увидел и решил его показать. А, обработка вот этой детали, вот этого мундштука желает лучшего, намного. И еще, смотрите, прикол. Ну-ка, Фил, поснимай.
Смотрите, у нас здесь есть, собственно, сам мундштук и, собственно, декоративная его деталь, да? Здесь есть оринг. Когда ты оринг засовываешь из-за того, что не прям четко сделали, то вот эта деталь нам срезает просто оринг. Вон, и оринг у нас начинает просто весь срезаться, там, видите? Вот он весь покоцанный. И вот. Вот так, собственно, это получается. Не очень круто. Да. Сборка, ну, собственно, по качеству я прям не сказал бы, что это супер-супер качественный кальян, потому что этот не очень красиво смотрится при обработке. И вот тут еще вот такой мощный залом. То есть деталь до конца как бы завершена. Может, похож на Razer? Или... Да. Razer, Huizer. Так, ну, в целом, давайте, собственно, мы сейчас все это быстро сделаем, забьем. Покурим и сделаем какой-то вывод. Так. Короче, мы поставили чашечку. Давайте теперь немного опишу. Как тебе блюдце? Мне не нравится такое. Покрытие нравится. Бортики нравятся. А как тебе общая тема? Цвет неудачный. А не учитываем цвет? Внешне приятно. Внешне приятно. Как тебе основание? На основании как основание, если руки не жопы, то все будет нормально. Ну да. Как тебе, собственно, в целом? В целом, я только что посмотрел ценник, за 8 тысяч здорово. Больше 11 ни в коем случае. Да, Фил пошарил, короче, полный комплект с колбой, шхуёлбой. 8 тысяч рублей вполне годно. Ну-ка на. Ну, сейчас кальяны курятся все нормально. Да, мундштук новый, как бы. Но, да. Правда, обработка мундштука все-таки не самая идеальная. А когда ты все-таки в руках держишь, ты все-таки теребишь, еще можно и порезаться. Поэтому чуть поаккуратнее смотришь. Да, и детям в руки не давайте. Все, подтягивай как. Подтягивай. Господи, ну, я не понимаю, ну, как... Блядь, но есть легкая тяга а-ля Иван. Ну, есть тяжелая тяга а-ля Starbucks. Вот Starbucks. Starbucks. На правах рекламы. Как в «Игре престолов» видел? Да, ты да. Ты же там Starbucks. Бля, ну финал такой конченый, блядь. Если эти совершенные, блядь, уплыли, нахуя снова на эту ебаную стену? Он же, блядь, как-никак. Пизду, блядь, не про него, нахуй. Про крафт. Тяга как тяга. Ближе к Starbucks, действительно. Кстати, продукты, если присмотреться, нет. Да, то он очень быстро запортачится у людей. Смотря так же, кто как его использует. Смотри, прикольный для тебя тест, наверное. Представь, что ты в работе, попробуй быстренько снять аккуратненько шланг, чтобы чашка не тряслась. Это удобно или нет? Потому что, например, для меня это принципиальный момент. Ну да. Нормально. Нормально? И вставляется нормально. И, собственно, я думаю... Силикон жесткий, вроде не перегнется. Не, не перегнется он. Он эластичный очень. Ну я бы, конечно, сменил. Он коротковат, наверное. Или он стандартный. Не, ну давай будем учитывать не для заведения, а для дома все-таки. Тогда... Когда все окей. Крафт. Конкурентоспособность. Да. Поэтому, ребята, это кальян крафт. Ну, общая оценочка. Вот давай, грубо говоря, представим 10 баллов. Сколько? Из 10? Да. Ну, я бы дал твердую 6. Где для дома 6, это заебись. А где 4 балла потерялись? Обработка. Цвет. Цвет, ну, пускай, если они добавят еще к черному и синему, еще несколько цветов будет прикольней. Просто внешне. Ну, не знаю. Для меня кальяны различаются по цене и дизайну. Цена нормальная, дизайн устраивает, но не мой. Вот так вот, ребят, это Мамуня Таганочка, это Фил. Не Таганочка. Фил не Таганочка. Фил, но не треха. Всем пока, это кальян крафт. За 8 кусков вполне достойно.